эфире программа «Зона X». О новостях с криминальным оттенком расскажу вам я, Юрий Шевчук. Здравствуйте. Драка между сожителями едва не закончилась убийством. В Борисове в порыве ярости женщина разбила бутылку и едва не зарезала. Билетик в кино за 900 рублей. Таким невыгодным тарифом минчанина заставила воспользоваться дама из Инстаграма. Спойлер, свидания так и не случилось. Вышел на лестничную площадку и стал демонстрировать свое причинное место перед детьми. В Гродно задержан эксгибиционист. И мы начинаем. Клюквенная поляна и другой букет недорогих вин с креативными названиями стали причиной серьезной драки в Борисове. Женщина едва не зарезала своего сожителя разбитой бутылкой из-под вина. Накануне происшествия пара выпивала у себя дома, когда же изрядно захмелели, между сожителями начался конфликт. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. В порыве ярости мужчина схватил сожительницу за шею, но та вырвалась и, отбежав к столу, взяла пустую бутылку от спиртного. Разбив ее об стол осколком, она нанесла мужчине удар в шею. Ранение оказалось несмертельным, и пострадавшему успели оказать помощь врачи. В отношении его возлюбленной возбуждено уголовное дело. Очередной так называемый оптовик задержан в Барановичах. Как сообщается, выйти на 22-летнего пенчанина, который распространял психотропы, удалось бойцам наркоконтроля из его родного города. Установлено, что фигурант получал крупные партии товара, делил их на более мелкие и раскладывал в лесу в своем городе, а также в Барановичах и Бресте. Часто таким закладчикам приходится выезжать из родного города, чтобы сделать закладку или забрать товар. Как правило, во время таких вылазок дилеров и задерживают с поличным. Выяснилось, что, находясь по месту жительства, пенчанин делил крупные партии товара на более мелкие, после чего раскладывал психотроп на территории Брестской области. При себе, в тайниках, а также по месту жительства молодого человека изъято более 1 килограмма особо опасного психотропного вещества 4 СМС. Установлено, что фигурант успел проработать оптовым курьером наркошопа около месяца. Жительница Борисова лишилась более 14 тысяч рублей после разговора со лжеконтролером. Женщине в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся сотрудником госконтроля, и сказал, что это не шутки. Он сообщил, что некая работница банка якобы открыла на имя женщины несколько счетов, через которые перечисляет средства, добытые преступным путем. Чтобы обезопасить сбережения, мужчина велел скачать приложение удаленного доступа. Для убедительности он даже включил видеозвонок и демонстрировал служебное удостоверение и кабинет, в котором находится. Вы меня видите? Где вы находитесь сейчас? Слышите, еще раз слышишь на меня голос, уважаемый? Не кричи мне. Ну? Мое удостоверение. Булагин Алексей Кириллович, майор комитета государственного контроля. Очень приятно. Я курирую данное расследование по факту мошенничества. Чтобы нам помочь в данном расследовании, вы застраховали данную сумму денежных средств на момент данных регламентных работ. От 1 до 3 банковских дней. Деньги в безопасности. А чего я не могу носить? Вам их вернут. Вам сбросит также ваш менеджер фотографии моего удостоверения, чтобы вы видели, хотя бы вот так у вас был документ. Только никому не показывать мое удостоверение, потому что тоже посажу в тюрьму. Женщина поверила мошеннику и выполнила его условия, после чего с ее счета было списано 8400 рублей. Позже женщина обнаружила, что с иных ее банковских платежных карт, где не подключена система СМС-оповещений, списано 1100 долларов США и более 2300 белорусских рублей. А минчанина дважды обманули лжетрейдеры. Мужчина хотел инвестировать в криптовалюту и заработать на этом. Для этого в интернете он нашел объявление и связался с трейдером, по совету которого перевел 380 рублей. Когда же минчанин решил вывести заработанные на бирже деньги, ему сообщили, что это невозможно и он должен продолжить инвестирование. Тут-то начинающий брокер и заподозрил что-то неладное. Решил в интернете поискать, что делать в данной ситуации. Нашел ссылку на сайт, на ресурс. Узнав сумму, о которой идет речь, которую я потерял, сказали, что с вами никто работать не будет, так как сумма слишком мала, и порекомендовали другую торговую платформу,
которая, как они выражались, 100% она легальная. Но меня, наверное, подкупило то, что это все-таки была рекомендация компании, которая занимается помощью пострадавшим против мошенников. И плюс была еще ссылка на известного финансиста, не помню точно уже какого. Потерпевший поверил и перевел еще более 10 тысяч рублей. После этого представители компании перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Милиция напоминает, не верьте сомнительным объявлениям в мессенджерах, где предлагают выгодно приобрести криптовалюту. Ведите переписку и совершайте сделки только на официальных биржах. На тракторном заводе в Челябинске произошел серьезный пожар. Загорелся масляный трансформатор. По словам очевидцев, в районе предприятия были видны вспышки и слышен взрыв. Кроме того, в некоторых домах пропало электричество. Местные жители сообщают о вспышках и звуке взрыва в районе завода. По их словам, в домах поблизости от предприятия ненадолго пропало электроснабжение. В МЧС России сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Продолжит тему чрезвычайных происшествий Елизавета Локотко. Передаю ей слово. Огненная стихия унесла жизнь мужчины в Дрибинском районе. ЧП произошло накануне вечером в частном доме. Возгорание заметили соседи и вызвали спасателей. С их слов, внутри мог находиться хозяин. Языки пламени целиком окутали деревянное строение, перекрытия обрушились, а комнаты были затянуты гарью. Под завалами бойцы МЧС обнаружили тело пенсионера. Дом практически полностью уничтожен. Предварительно к ЧП привела непотушенная сигарета. А в Пинске на пожаре пострадала пенсионерка, пламя разбушевалось в частном доме. Хозяйка успела выбраться на улицу, однако обгорела, она госпитализирована. В результате возгорания повреждена внутренняя отделка, вещи, а также закопчены стены и потолок. Что стало причиной инцидента, выясняют специалисты. Оставленный без присмотра газовый обогреватель привел к возгоранию в Червинском районе. Искра вспыхнула в гараже. Спасатели побороли стихию за несколько минут, однако все, что было внутри, уничтожено. Помощь спасателей понадобилась участнице аварии в Глубокском районе. На трассе столкнулись две легковушки. Сообщается, что «Фиат» и «Хёнде» двигались во встречном направлении. В результате удара в салоне итальянского авто оказалась заблокирована женщина за рулем. Как рассказали в МЧС, водительская дверь была вмята, а ноги шофера зажало. Спасатели разрезали металл, пострадавшую с различными травмами увезли в больницу. Ох уж эти суровые русские зимы. Автоматизированный доставщик товаров застрял в сугробе. И кто знает, как бы долго заказчики ждали свои покупки, если бы не случайные прохожие, которые помогли выбраться бедолаге на гусеницах из снежного плена. В итоге путешественник отправился снова в дорогу, но как долго она продлилась по зимним просторам России, неизвестно. Это программа «Зона X», и мы продолжаем. «Шерше ля фам» – белорусская действительность. Вспомнить французскую крылатую фразу про женщину пришлось 57-летнему жителю Могилева, который стал жертвой своей же знакомой. Мужчина не смог отыскать банковской карточки и вспомнил, что у него накануне была гостья. Оперативники, к которым обратился потерпевший, выяснили, что карту действительно унесла 36-летняя женщина, приходившая накануне в гости к заявителю. В Ленинскую РУД Могилева обратился 57-летний местный житель, который рассказал, что у него с банковской карты были сняты денежные средства. Выяснилось, что чужим платежным средством воспользовалась гостья заявителя, 36-летняя могилевчанка. После распития спиртных напитков, когда потерпевший уснул, она забрала его карту и ушла с ней в магазин. Там она приобрела продукты и спиртное, а когда закончились деньги на карте, выбросила ее на улицу. И снова женщина. Ну или тот, кто скрывался под ее видом, стал причиной частичного разорения любвеобильного мужчины. На этот раз общение с прекрасной половиной человечества, как он думал сам, обернулось фиаско для жителя Минска. Парень познакомился в интернете с симпатичной и даже решительной девушкой. После недолгой переписки незнакомка предложила своему новоиспеченному кавалеру сходить в кино. Правда, билеты молодой человек должен был купить сам. Для этого дама из Инстаграма даже ему скинула нужную ссылку. Выбрав сеанс, мужчина ввел реквизиты своей банковской карты для оплаты, после чего обнаружил списание принадлежащего ему карт-счета. Возбуждено уголовное дело. Поездка в такси надолго запомнится 44-летнему жителю столицы.
Он по своей же вине стал фигурантом уголовного дела о краже. В милицию обратилась минчанка, которая рассказала, что потеряла сумку с ноутбуком и другими вещами. Найти нового владельца не составило труда. Оказалось, что подозреваемый вызвал такси, чтобы поехать в клуб. А во время поездки обнаружил на заднем сиденье оставленную сумку и забрал ее себе. Сумма ущерба около 4000 рублей. В Гродно задержан эксгибиционист. 40-летний житель областного центра выпивал вместе с друзьями. Мужчина заметил на лестничной площадке детей. Он решил выйти к ним. Правда, гражданин не произнес ни слова и остался без штанов. После этого он стал демонстрировать несовершеннолетним свое причинное место. А в сторону девочки еще сделал и неприличное предложение. После этого мужчина направился в сторону детей. Те не стали ждать финала ситуации и убежали домой, где рассказали обо всем родителям. В скором времени о случае в подъезде узнали и милиционеры, которые задержали фигуранта без штанов. Хотя, скорее всего, к приезду правоохранителей он уже должен был успеть их надеть. Далее в программе обзор автомобильных происшествий. Его подготовил Владимир Королев. 4 человека пострадали в результате лобовой аварии на трассе М1. В Крупском районе дальнобойщик не учел погодные условия и покрытие дороги. Во время движения фуру занесло, большой груз вылетел на встречную и протаранил «Ситроен», где ехали 4 человека. Всех их увезла скорая. Еще одна авария с участием большегруза произошла на Могилевской трассе в пригороде столицы. Водитель КамАЗа отвлекся. Грузовик протаранил «Сузуки», которая стояла на полосе разгона. От удара хэтчбек сильно смяло и выбросило в кювет, из-за чего пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали. Смертельное ДТП в результате лобового столкновения. Незадолго до полуночи в Столинском районе водитель Audi не справился с управлением. На автодороге Р-88 автомобиль выехал на встречную, где врезался Ford. В аварии погибла 25-летняя пассажир Форда. Женщина скончалась на месте, а водитель, 5-летняя дочь и годовалый сын оказались в больнице. Еще одна лобовая авария произошла на заснеженной трассе в Полоцком районе. Судя по всему, 18-летний водитель Рено не учел состояние проезжей части. Автомобиль занесло и вынесло на встречную, где произошло столкновение с «Фольксвагеном». В ДТП пострадала пассажир Рено, 30-летнюю женщину доставили в городскую больницу Полоцка. Этим утром в Пинске перекресток не поделили 2 легковушки. Поворачивая налево, водитель «Пежо» не предоставил преимущества и столкнулся с «Рено». В этой аварии обошлось без пострадавших. Невнимательность мотоциклиста или ловушка для байкера? В интернете появилось видео необычного падения человека на скутере. На записи видно, как мужчина едет по прямой и не замечает перед собой натянутую веревку. В итоге это обернулось для него падением, а для автора этого ролика – эффектным контентом. Зачем именно рабочие, которые недалеко разгружали автомобиль, натянули трос поперек дороги, не уточняется. Такими были новости с криминальным оттенком от корреспондентов «Зоны Икс». Еще больше контента на YouTube-канале проекта и в нашем аккаунте Instagram. Хорошего вечера и оставайтесь на светлой стороне, наблюдая за криминалом с телеэкранов. А мы все покажем.